Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП на улице Комсомольской. Там водитель «Лады Приора» сбил пешехода. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. По данным госавтоинспекции, авария произошла в понедельник вечером у дома 13 по улице Карла Маркса. Пешеход решил прогуляться в неположенном месте. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате мужчина-пешеход получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в реанимацию. В настоящее время, по данному факту, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Еще один человек получил тяжелые травмы при ДТП в Лебяжском районе. 62-летний тракторист не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинул трактор МТЗ-82. Мужчину госпитализировали. В селе Ганьба Малмышского района 64-летний водитель мотороллера «Муравей» также не справился с управлением и опрокинул транспорт в кювете. Пенсионер оказался бесправником. Он получил травмы и его увезли в больницу. Медики проверят кровь пострадавшего на наличие алкоголя. В Уржумском районе во время работы опрокинулся трактор «Кировец». Травмировался 55-летний водитель спецтехники. Медики оказали ему помощь. В Яранском районе 27-летний водитель мопеда не справился с управлением и столкнулся с обгонявшим его грузовиком «МАН». Мопедист пострадал. После оказания медпомощи он отказался от экспертизы на алкоголь. Теперь ему грозит административная ответственность. В Ветскополянском районе 70-летний пенсионер за рулем «Рено Логан» поворачивал налево, но не пропустил «Тойоту RAV4». Автомобили столкнулись. Вероятно, виновник аварии и его пассажир получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. Сергей Пичугин, место происшествия.